Новинки лидеров российского, европейского и азиатского автопрома представлены на международном автосалоне, который сегодня начал работу в Москве. Как уже отметили аналитики, некоторые постоянные участники из ЕС не смогли приехать. Продажи машин по всему миру из-за экономического кризиса падают, и компании вынуждены экономить. Впрочем, Mercedes представил почти 30 моделей. Представлен Volvo, широкая линейка китайских производителей. Приехали сразу 5. И, конечно, много внимания к стенду АвтоВАЗа. Компания в этот раз лидирует по количеству концепт-каров. Их 6, в том числе кроссовер.